Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом подчеркну, Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят. Переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает
поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!